это детское упражнение, но оно может сжигать до 1000 калорий в час. Зависит от твоего веса и частоты прыгания. Но не старайся скакать целый час, так ты быстро устанешь. Лучше прыгать сериями, пока не станет тяжело, а потом минуту-две отдыхать. Если не лениться, опираясь о бортик, а плавать туда-сюда с небольшими паузами, можно избавиться от 800 калорий за час. Этот вид спорта особенно показан тем, кто не может бегать, и задействует почти все группы мышц. Отличный вид спорта для здорового сердца, легких и сосудов. Скорость сжигания калорий зависит от интенсивности движений. Сжигает до 600 калорий в час, причем независимо от размера самого батута. Соблюдай технику безопасности. Ею можно заниматься в том числе на тренажере. До 700 калорий в час, и тренируются все основные группы мышц.